Зима по календарю и по ощущениям. Холодно, снежно, так хочется одеться потеплее. С этой целью житель областного центра и пришел в магазин. Парень в Олимпийке примерил куртку как раз. Модный фасон, цена приемлемая 3000. Но, похоже, оплачивать покупку в планы этого покупателя не входило. Шустрого посетителя задержали охранники, когда тот уже успел выбежать из магазина. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как оказалось, у подозреваемого богатое криминальное прошлое. Саратовец был неоднократно судим за кражи, мошенничество, присвоение или растрату. Видимо, вскоре его биография пополнится еще одной судимостью. Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.